Итак, здравствуйте, господа. Сегодня вы на моем канале Василий Теркин. И, в общем, во второй части, значит, вы знаете, что я... Боже, звездочка, звездочка. Я, кстати, да, пока вы, значит, там спали, ели, пили, я, короче, один разочек загомал. Врать не буду. Загомал. И, короче, в общем, вот так вот, значит. Так, что это? Да и заткните ты нахер. Деревня потеряна. Боже мой, хаос. Господа, что делать? Жизнь, боль. Значит, сундучки очень интересно быстро искать. Походу, надо нам не корабль качать, а увеличить, скажем так, радиус обзора. Ай, ты ж теперь у нас есть управлятель, скажем так, сигналов. И мы фуцот. Вот так вот сюда. Куда? Вау-вау-вау! Вори-вори на приоре. Я же забыл совсем, что теперь же это не все так, скажем так, просто, как казалось на первый взгляд. Я надеюсь, больше там она не достанет. Ага. Сейчас. Эх, отступать придется. Придется отступать. Во. Ну, кто ж думал, что так все пройдет? Я-то думал, она, короче, ну, вот так вот, да. Знаете, тяжеловато перешиться на те лыжи, когда у тебя там все хорошо, и тут... Бе-бе! И ты не знаешь, что делать, короче. Короче, грубо говоря, как-то так. Вот можно вот так, по-моему. Во, а я уже думаю, серьезно? Так, и вот сюда ты тыщ. Так. Господи, она быстрее сгорает, чем я пытаюсь, чем я вообще что происходит? Ого, хорошо получил. И сдвинулись, молодцы. Только это не помогло. Во. И если бы сейчас полетел бы еще один выстрел, то все, пол армии бы как с куста. Так. Ну, в принципе, бабах. Минки начались уже, то есть, да, хитрят гады. Хитрят. Ну, нам надо быстрее дорваться до 6-го штаба, чтобы там уже, скажем так, взял я свой второй аккаунт под крыло, скажем так. Вот, под крылышко. Так, вот как лучше, наверное, вот так вот, да. И 3 вот так вот, и тыщ. Получил, получил. Сейчас мы всех тут уничтожим. Так, а потом главное собраться всем в кулак. Собраться всем в кулак. И не попало. Во, сейчас только пулемет попал. Так. И сюда. Никто не должен погибнуть. Все парни вернутся домой. Во! Спасибо, добрая самаритянка. 900. И один фиг не хватает, да, на улучшение, то есть, корыться. Ну что ж, я считаю, да, действительно, лучше улучшить сейчас. О, за 8 камней. Улучшить. Значит, его. Так. Открыть тут все. Оп. Парари. Опа, я врага нашел. Ну, в смысле, человека, я так понимаю, да. Господи, это люди. Мы нашли людей. 1900 еще можно открыть. И пожалуй, вот, я не знаю, 2400, я думаю, да, ну да. Ну что могу сказать. Давайте ботов, в принципе, ботов, наверное, будет сейчас, да, правильно, попробовать поклепать. Потому что боты, они такие... Раз. Два. Три.
Отлично. Погнали. Пехотинцы. Ту-тру-ду-ту, ту-тру-ду-ту. Ну что делать? Музыки нельзя никакой вставить мне, поэтому приходится озвучивать как есть. Так. Ух, 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 ух. А ну, господа, пока, а то вас всех переубивают, пока вы тут дойдете. Вот. В принципе, если честно, так как-то необычно все. А там на том аккаунте уже Хаммерман, то есть пытаются отбиться. Точнее, ну, надо на него нападать. Ну, вы поняли, в общем. А для всех тех, кто присоединился к нам только что, я скажу, что это второй аккаунт, который я раскачиваю. То есть, кто вот сейчас начал играть, либо начинает, либо пытается. Ну, что могу сказать, господа? Ну что ж, давайте к нам, точнее, ко мне. Буду всем рад, со всеми буду с радостью пообщаюсь. Если что, пишите свои комментарии. Вот. Вау! Ты чё такой резкий? Вау, парень! Представляете, я думал, он не достанет, а он достает. Честно, думал, не достанет. Второй точно не достанет. Ну, хоть здесь хорошо. Я уж... Боже ж мой, два парня с одной лодки сегодня не приплывут. Как говорится, мать не дождется, пацанов. Ну что ж, ну ничего. Смотрите, как он усердно пытается стрелять один. Просто один пытается стрелять в деревохранилище. Мужик. Целится там что-то, выцеливает. Вот, что я хотел сказать еще, что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно приводите друзей. Господа, если кто-то занимается тем же самым делом, что и я, вы должны сказать обо мне всем. Please. Вот, значит, кто знает, тот знает, что я в ближайшем... У-ху! В ближайшем будущем, короче, планирую, скажем так, как сказать, так сказать... Ну, как я уже сказал, в общем, планирую я, короче, перевестись в другое место. У нас тут появился товарищ вот такой. Так, здесь у нас есть палаточку, можно пристроить за один камушек по бырику. И тут же можно пристроить еще минное, вот, значит, минное орудие. Минное орудие. Вот где-то бы спрятать его где-нибудь вот тут, это минное орудие. Да, давай выкопаем досок. Значит, в славный город Сызрань. Не хватает для того, чтобы... Поэтому теперь буду, короче, писать оттуда. Видосики буду вам, короче, все это рассказывать, показывать. 14 камней стоит это удовольствие. Ну, давайте пока как бы поотачим. Посмотрим, что у нас здесь. Два камня давайте заберем. Пятак у нас есть. С пятака можно 1700 открыть. Открыли 1700, не про канал. Давайте 2800 откроем. 2800 открыли, сундучок. Отлично. Камешки, вот они, камешки. Поатакую. Ну, пока я, да, как бы ссыкую, если честно, нападать на, скажем так, человека. Вот. А вот не на человека бы напасть-то и как раз-таки можно. Давай, раз. Если бы точным, то я должен вшатать одну. Вот, да. А вторая... Воу, давай быстрее, вы что, высаживайтесь. Сейчас, я даже не знаю, погибнут кто-то. Да, наверное, погибнет. Он так четко в него начал стрелять именно в одного. И второй еще пал смертью храбрых. Сильно. Ну да, надо, конечно, сюда этого делать. Вы поняли кого. Сейчас, наверное, надо отменить улучшение и сделать себе одного Горика. Горик как раз бы нормально все это стерпел и дошел бы, и все было бы у него хорошо. Сейчас мы это сделаем. Лови. Здание. Так, поэтому, в общем, переезжаю, честно, такие смутанные сомнения, как-то смутные сомнения, да, какая-то такая, знаете... Какая-то такая вот... Это когда мечта вот сбывается, и ты не знаешь, о чем мечтать еще. То есть вроде бы как.
там, в общем, вертолетное училище в славной Сызрани находится. Но как бы город сам по себе, если честно, ну так. Давайте не будем врать. Город, ну так себе, вот честно скажу. Прям, ну, жескач. Так, давайте сменим войска на вот этого милого парня. И здесь укрепим войска. Здесь прям в течение... Ну, здесь 5 минут долго ждать. Поэтому, да, вот так вот сделаем. Там минутку так уж и быть подождем. 70 монет у нас капнуло. Погнали дальше. В тишине. Пока давайте по трешечкам пройдемся. Я думаю, там что-то такое, что как бы мы сможем вывести в атаку. Можно, конечно, обойти. Там подпитаться. И нас не достанут. Давайте, наверное, так и сделаем. Стопэ. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Как раз стоять на время полета. Так, дошли. И все. И тут уже пулеметная. Да, конечно, огневая мощь у этого парня оставляет желать лучшего. Просто желать лучшего. Довольно-таки все плохо у него с этим делом. Ну и дальность у него тоже хромает. Видите, сколько клеточек у него и сколько клеточек, считай, на две клетки. Жаль, не видно ничего там его морды, лица. Ну, что ж скажу, довольно-таки отвратное видео, если честно. Хотя, в принципе, не, ну, качество нормальное, а вот на экране, конечно, получше. Может, это, конечно, все ретина делать. Боже, это она. Поэтому, в общем, господа, что могу сказать? Могу сказать следующее. Подписывайтесь на канал. На канал подписывайтесь, что-то народу вообще мало стало. Не, ну, в группе-то нормально, а на канале что-то как-то это... Маловато. Можно так-то и побольше. Чего нет-то? Хорошему человеку надо тянуться. Хотя комментарии оставляют иногда желать лучшего. Так. Достанет. Ну что же, я думаю, надо подкрепиться электроэнергией. Вот. Можно, по-моему, да, даже без какого-то бы то ни было, значит, направителя. Это сделать, да, вот здесь вот втащить это все. Так, наверное, да, направитель все-таки нужен. Это же они сейчас как дебилы. А, не. Ну, сейчас посмотрим, нужен направитель или нет. А то же все как идиоты побегут. Ну да, так я и думал. Поэтому надо уводить парней отсюда. Вот в этот уголок, чтоб никто не уволок. Сейчас мы их развернем. Это, конечно, все длительный процесс. Поэтому кто там, ну, не имеет терпения, проматывайте, как я... Пытаюсь уничтожать все здания, сооружения. Если верить, в общем, моей теории, то весь огонь должен сконцентрироваться на этом, как на горике. На должен сконцентрироваться, так как он, у него меньше радиус, в общем, атаки. Пацаны как-то позади, он как-то впереди, поэтому он как танк пойдет вперед. Я надеюсь, что все-таки моя теория верна. И, в общем, мы сейчас всех победим. Ну, вроде бы, да, там, ну, как-то тогда проскакивают патрики там не туда куда-то. Сейчас. Я надеюсь, промажет. Да, потому что зафиксировал на их первый раз там. А тут пока, оп, и уже все. Погнали дальше. Прям, если честно, жду с нетерпением сейчас нападение на живого человека. Боже, это же живой человек, это же первый живой человек. Это как тёлка, я не знаю. Ну, чё, других слов нету. Если женщины смотрят, сорян, но в натуре, это же память на всю жизнь, просто первый чувак, которого ты размазал. Боже, их тут два. Ну, давайте посмотрим на пятого уровня, 6, так. Что ты качал, дружок? Угу. Вот, смотрите, в принципе, ошибка номер один. Уничтожаем вот это, и все. И можно, в принципе, обходить, уже никого не бояться. Но пока, наверное, я... повременную с этим. Посмотрим, что мы можем сделать тут. В тишине что-то заскрипело.
Просто непонятно, есть смысл улучшать или нет. Ну, лодку-то понятно, добавятся две энергии, а вот что-то, давайте вот что-то другое, есть смысл улучшать или нет? Так, ну, здесь, я думаю, надо сделать вот так вот, потому что, да. И тут надо на час поставить улучшаться. Все, есть. И давайте, наверное, да, действительно, атакуем живого человека. Живого человека. Атакуем. Вот, товарищ. Разведуем его сперва, чтобы подтвердить нашу теорию большого взрыва. Во-первых, можно тут смело, скажем так, поиметь немножечко больше энергии, чем мы бы могли поиметь в обычной ситуации. Вот. Есть. Теперь, значит, надо высадить первого его и потом чуток позади их. Они такие выходят и так как ближайшая, значит, точка капс... Ох, достает. А мы сюда. Пока, друг. Ну, в принципе, на этом-то и все. Как бы вот эта легендарная атака на какое-то... Я даже не знаю, что это, вот это, что это за значок непонятный. Но, в общем, сам факт того, что мы его одолеем. Ну, не сейчас, может быть, а чуть-чуть потом. Латочка такая красная. Денежные палатки. У нас-то уже домики давно. Ну, в общем, чё? Гамаем, бьем, убиваем. Я думаю, в принципе, на уничтожении этого парня можно-то и закончить будет данный ролик. В принципе, ролики будут довольно-таки короткие, потому что, ну, мне здесь надо кристаллов, если честно, много. Можно было бы как-то, не знаю, раскинуть между своими аккаунтами кристаллы. Я бы перекинул, не знаю, наверное, все 8 тысяч с того аккаунта и просто бы догнал бы его по вот так вот, чисто по донату, скажем так. Донатится, донатится, донатится и... Военная добыча, отлично. Камни нам нужны, как вот вода просто. Потому что я многие вещи планирую закачивать просто за камни. Камни, камни и еще раз камни. Больше ничего. Ну давайте ради интереса посмотрим, что у нас здесь шестой уровень вообще наваял. Так, тут сразу видно, парень опытный. Минки, все, окружился. Окопался. Ну, вот здесь вот раз, два, надо три выстрела, и здесь будет не хватать. И будет нас мусолить вот это вот. Да, здесь красавчик пацан, все сделал грамотно, все сделал правильно. Стоит ли атачить кого-то еще? Ну, давайте ради интереса, скажем так, атаканем вот ботика, боботика. И, в принципе, я думаю, на этом можно это и подзакончить. И вот так вот еще, чтобы наверняка. Сейчас мы тут постреляем и, в принципе, сразу можем уходить на дальний рубеж. И, как говорил Кузьмич, здесь рыбы нет. А, кстати, сегодня рассказали клевую шутку, но мне понравилось, знаете. В общем, ну, сразу начну, что это уже шутка. В общем, ну выходи. Ну, пожалуйста. Ну, выходи, ну, тебя уже все ждут. Ну выйди, ну, пожалуйста. Ну, знаете, экзорцист из вас так себе. Ну, в общем, вы знаете, мне понравилось. Было довольно-таки неожиданно и необычно. В принципе, все. Что могу сказать? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у кого-то есть залоченные айпады, пишите, звоните. Есть Вибер, WhatsApp и все остальное. Всегда выписываю, выкладываю под описание видео. С радостью, в общем... буду с вами. Скоро дойду до шестого уровня, уже третий. Осталось что тут? Могу, в принципе, даже поставить уже на закачку. Но дело в том, что я думаю, как только у меня начнет расти штаб, у меня начнет появляться количество живых людей, и они начнут меня потрошить. И пока, я думаю, не стоит торопиться, лучше я пока вот поулучшаюсь вот так вот, ну, скажем так, бесплатненько. Потому что уже здесь ценники начали такие в 37 камней выскакивать. Так, пока вот там по 10, по 15, по 20 еще куда ни шло. Дальше будет круче. В принципе, все. Большое всем спасибо. Всем пока.